Дорогие друзья, привет всем! Конечно, мы накануне Нового года, персидского Нового года. Это одно из самых старых Новых годов на Земле. Поэтому тот, кто хочет меня поздравить с праздником, забудьте про праздник. Это не праздник, это Новый год. Пишите с Новым годом. Вот обычаи, которые соблюдают меня Новый год. Конечно, вот здесь яблоко. Вот все это на букву С начинается, сэндже, сабзи, вот. И вот если заметили, здесь есть бантик, вот бантик есть. И после 13 дней, после Нового года, снимается этот бантик, и зелень вернется в природу. Это и знак уважения. И, конечно, еще это такая штука саману, сладкая, чеснок, по-нашему сыр, обязательно должно быть. И вот яйца крашеные, это опять персидский Новый год. Благодаря чего это вообще сделает, красит это яйца, многие не знают. Потому что именно в Персии взяли эту курицу и петух и сделали их домашними, животными. Благодаря вот это красили, поставили на столе, благодарить вот это именно курицу. И это от того от времени. Началось с того, что красит яйцо, чтобы вы знали. И, конечно, дата поменялась, все называют это Наурус, Навруз, как хотят называть. Это когда было в СССР, Таджикистан, Узбекистан, везде это отмечали праздник, а сейчас Новый год. А сейчас для них это праздник, я их понимаю, уважаю. Но это наш Новый год, персидский Новый год, который отмечалось уже 7000 чем-то лет. Вы представляете себе? 7000 чем-то лет. Поэтому с Новым годом. И, конечно, на столе еще вот такая штука. Это сырки, это уксус. А раньше поставили на столе вино. После ислама поставили сырки. Это шаг до вина. Поэтому спасибо. И, конечно, еще символ Нового года персидского. Наверняка это святые знаете. И как они пьясин, как пахнет. И зеркало должно быть. А сейчас, конечно, на столе еще Коран поставили. А раньше поставили книга поэзии Омар Хайям, Хафиз, Фердоуси, Саади. А сейчас Коран поставили. Вот так это наш Новый год. И, конечно, загадывайте желание, так как именно в это время происходит парад планет, день равнодействия. Все происходит именно в это время. Все каналы открыли, все порталы открыты. Загадывайте свои желания. И завтра улыбайтесь почаще. И самое главное, когда начинается этот Новый год, хотя бы 3-4 дня, не произносите плохое слово. Не надо. Только говорите добро, хорошо. Все приятно, пусть все сбудется от всей души. Поздравляю с Новым годом. Желаю всего-всего прекрасного. Пишите только, пожалуйста, с Новым годом меня. Всего доброго.